Всем привет и добро пожаловать на мои видео уроки испанского языка. Меня зовут Алла, и начнем мы наш урок, как всегда, с проверки домашнего задания. Поговорим о глаголах, которые похожи друг на друга по значению. И разберем их разницы и посмотрим конкретные примеры их употребления. Первая пара глаголов – это глаголы saber и conocer. Мы с вами их уже видели раньше. Сегодня я повторюсь. Saber у нас переводится как знать. Кстати, conocer тоже как знать переводится. Но в чем же разница? Разница в том, что saber мы употребляем прежде всего как знание чего-то, либо умение что-то делать. Conocer мы же употребляем, если мы с чем-то знакомы или нет. Также saber у нас обычно употребляется с такими словами, как que, como, donde, que, что, como, как, donde, где. Например, no sé dónde está Anna. Я не знаю, где Анна. Другой пример. Ella no sabe qué es eso. Она не знает, что это. Nosotros sabemos cantar. Мы умеем петь. Él sabe hablar español. Он умеет говорить по-испански. Conocer, как я уже сказала, мы его употребляем в значении быть знакомым с кем-то, либо с чем-то. Например, ты знаешь эту книгу? Conoces este libro? Я не знаю эту песню. Но conozco esta canción. Я думаю, здесь все понятно. Следующая пара глаголов – это amar и querer. Оба этих глагола мы переводим на русский как «любить». Дело в том, что querer у нас мы можем еще переводить иногда как «хотеть». Давайте рассмотрим конкретные примеры. «Te amo», да, ну это классика жанра, все знают «te amo», «я тебя люблю». Она любит своего мужа. Ella ama a su marido. Также мы можем сказать эти фразы через querer. То есть te quiero, я тебя люблю. Либо ella quiere a su marido. Она любит своего мужа. И примеры с querer. Значение хотеть что-то сделать, либо хотеть что-то. Например, я хочу петь. Quiero cantar. Ты хочешь выпить что-нибудь? ¿Quieres tomar algo? Следующая пара. Decir и hablar. Оба эти глагола мы можем переводить на русский язык как говорить. Только разница в том, что decir это сказать, больше как сказать, один раз что-то. А hablar это у нас разговаривать вообще, либо говорить, рассказывать о чем-то. Например, yo no hablo francés. Я не говорю по-французски. Hablas portugués? Ты говоришь по-португальски? Hablo de mi familia. Я говорю о своей семье. Я рассказываю о своей семье. Decir, сказать. Ella dice que viene a España. Она говорит, что она приезжает в Испанию. Он не говорит правду. Él no dice la verdad. Я говорю, что ты глупый. Digo que eres tonto. Следующая пара глаголов. Llevar и traer. Оба эти глагола мы можем перевести на русский язык как нести. Разница только в каком направлении мы несем вещи. Llevar у нас это уносить, то есть когда от нас удаляется что-то, а traer это наоборот приближается приносить. Например, ¿A dónde llevas este libro? Куда ты уносишь эту книгу? Ты мне принесешь стакан воды? ¿Me traes un vaso de agua? Также еще одно значение llevar это носить какую-то одежду. То есть, например, когда мы хотим сказать фразу «на ней надето что-то», мы можем использовать этот глагол llevar. Например, что на ней сегодня надето? ¿Qué ropa lleva hoy?
На ней надета белая рубашка и, допустим, черные брюки. Ella lleva una camisa blanca y unos pantalones negros. Следующая пара – comenzar, empezar. Оба глагола у нас переводятся как «начинаться». Разница в том, что comenzar более подходит для официальных сообщений и empezar для разговорных. Например, во сколько начинается фильм? ¿A qué hora empieza la película? Во сколько начинается собрание? ¿A qué hora comienza la reunión? Видите, в принципе, разницы нет никакой. Следующая пара глаголов – это ir и venir. Ir у нас переводится как идти куда-то, куда-то. А venir – это приходить, и приходить, как правило, откуда. То есть представим так, такую ситуацию. Мы встретились с нашим знакомым, с каким-нибудь на улице, и он идет дальше, куда-то. И мы, естественно, вопрос у него спросим, куда ты идешь, мы скажем «a dónde vas?». Хорошо, а если кто-нибудь приходит ко мне домой, я спрашиваю, откуда ты идешь, откуда ты приходишь? То есть правильнее будет употребить глагол venir в этом случае. De dónde vienes? Откуда ты приходишь? В данном случае мы не можем сказать de dónde vas. Ir – это у нас всегда куда-то. Ir – куда-то, направление движения должно быть. Voy al trabajo, voy al supermercado. Либо, если я прихожу откуда-то, vengo del trabajo, vengo del supermercado. Ну и следующая пара глаголов – это buscar и encontrar. Ну, эти глаголы вообще у нас даже переводятся по-разному. Buscar у нас переводится как искать, encontrar у нас переводится как найти. Например, что ты ищешь? ¿Qué buscas? Я ищу ключи и не могу найти их. Yo busco las llaves y no puedo encontrarlas. То есть вот такой вот легкий пример. Encontrar – находить, buscar – искать. Ну вот и подошел к концу наш урок. А с вами была Бахтин Алла, преподаватель испанского языка. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятно. И до скорых встреч. Hasta pronto.